Всем приветики. Я нашел себе такую упаковку от Сникерса от 2005 года. Получается, вот год, четвертый день, второй месяц и шестое число года. А сделано 3 числа, 7 месяца 5 года. И вот состав. И вот спустя 15 лет новый Сникерс. Вот сделан 2020 года. И типа что изменилось? Вот две упаковки. Раньше он был типа просто немножко лучше сделан, потому что вот я решил состав сравнить. Потому что я вот в последнее время, когда беру что-то, где есть шоколад, везде написано пальмовое масло. А пальмовое масло, оно хуже, чем обычное растительное масло, потому что оно дешевле намного, чем растительное масло, и хуже выводится из организма. Ну, и вообще, типа, какое-то оно вредное для организма, типа. Вот, если посмотреть, это вот старое. И здесь вот на белорусском все написано, но состав, оно более-менее понятно, состав шоколад. Вот, дальше цукор, сахар, молоко сухое. Здесь вот то же самое, только на русском уже тоже. Состав молочный шоколад, тоже сахар, какао. Здесь, правда, не очень так-то видно сейчас. Надо бы их так совместить. Как-то. Вот. Если их совместить, то вот можно глянуть. Состав, в принципе, одинаковый. Начало идет состав молочный шоколад, сахар, какао. И там тоже какао тертое. Вот. Только здесь какао-молоко написано, а здесь какао тертое. Терти. Потом что? Лактоза, эмульгатор, ароматизатор, начинка. И здесь то же самое идет, все вроде бы. Так вот, если посмотреть. Яичный белок, ну, в общем, все то же самое. Только единственное, что... Сейчас я найду, где это было. Вот. Оно идет, получается, ароматизатор, сироп, арахис, сахар, масло, пальмовое, рафинированное, дезодозированное. То есть вообще какая-то гадость. Помимо того, что пальмовое масло, так оно еще какое-то рафинированное, дезодорированное. Такое ощущение, что какой-то вообще гадости налили туда, а мы все это едим. И вот, а здесь идет вот то же самое, где оно было сейчас. Вот, тоже арахис, сироп, сахар, только рослинный жир, то есть растительный жир. Вот оно то же самое вот идет. Арахис, сахар. И здесь тоже идет арахис. Здесь сироп, здесь, кстати, сиропа нету. Сразу сахар. И потом после сахара сразу идет масло, только не растительное, а пальмовое. А здесь вот растительный жир, потом, блин, рука трясется. Так, сейчас. Сухое что? Сухое молоко и соль. А здесь идет тоже сухое молоко. Сухое обезжиренное молоко и тоже соль. Ну, в общем, оно одинаково, только здесь какая-то... Уже нет сиропа. Между сахаром и арахисом вот здесь был сироп в старом, и масло было растительное. Вот рослиний, это по-белорусски я даже открыл. А сейчас открою. Вот запрос был, какой я сделал. Рослиный жир. Это растительное масло с белорусского на русский. То есть здесь нормальное масло использовалось в 2005 году еще. А в 2020 уже настраивает пальмовым маслом. И, то есть их не заботит здоровье потребителей. Им главное удешевить производство. Ну или ускорить, как там, типа, они просто цена, наоборот, раньше была дешевле, он дешевле стоил, чем сейчас. То есть цена стала дороже, чем раньше. Хотя сейчас все продукты стали дороже. А качество стало хуже. То есть они, наоборот, удешевляют производство в ущерб здоровью потребителей. Поэтому я больше не буду есть Сникерс. Вот. На этом все. Всем покедово.